Департамент опеки, попечительства и соцподдержки напоминает, что родителям при рождении близнецов в двух и более детей предоставляется единовременная выплата. Она составляет 8000 рублей на каждого ребенка. Необходимым условием оформления выплаты является постоянная регистрация одного из родителей детей в городском округе Самара. За оформлением выплаты одному из родителей нужно обратиться в любой офис МФЦ. Также оформление выплаты доступно на региональном портале госуслуг. Администрация Советского района Самары сообщает о вакансиях, которые есть на предприятиях. Средневолжский станкозавод примет на работу строгальщиков с зарплатой от 90 тысяч рублей, фрезеровщика и маляра. Их зарплата 45 и 35 тысяч соответственно. АО «Агрегат» ждет таких специалистов, как наладчик станков с программным управлением, токарь и инженер-электроник. Зарплата от 40 до 50 тысяч рублей. НИИ «Экран» примет на работу программиста 1С на зарплату от 150 тысяч, ведущего экономиста, которому готовы платить до 90 тысяч рублей, и инженера схемотехника, его зарплата от 50 тысяч рублей. Администрация Красноглинского района сообщает, что важной составляющей нашего организма является иммунная система. Ее необходимо поддерживать, особенно в зимний период, и рассказывают о витаминных напитках, которые питают наш организм, насыщая полезными витаминами и микроэлементами. Это различные смузи из фруктов, овощей, зелени или ягод, цитрусовые соки, а также молочные продукты, обогащенные витаминами. Витамины и минералы в жидкой форме легче усваиваются организмом, поскольку они не требуют дополнительного времени на переваривание. Они могут быть хорошим способом восстановления после физических упражнений. Такие напитки легко доступны и могут быть приготовлены в домашних условиях.